Откуда следы крови? Хвост отломило. Он сзади, сзади тебя, сзади, сзади! Всем привет, ребята! Меня зовут Ирина Ясинская, и вы на канале Королевы Мистики. Друзья, сегодня я заказала проклятую кровь Барби Экзе, и мы с вами попробуем сделать гомункула, вырастить его. Что же вырастет, мы узнаем совсем скоро. А перед началом не забудь обязательно подписаться на мой канал, поставить лайк и написать самый крутой комментарий, потому что именно он, возможно, именно он попадет в мое видео, как этот. Кстати, со мной мой кот, черный кот Бен. Скажи всем привет, ребята. Итак, посмотрите, я уже все приготовила. Самый главный ингредиент, конечно, у нас пришел как лекарство. Вы просто посмотрите. Это реальная кровь Барби Экзе, заказанная на запрещенном сайте, ребята. Тут я вижу, даже есть инструкция. И эта кровь, по-моему, ну, как, впрочем, и во всех доставках, немного протекла. Видите, инструкция запачкана. Итак, кровь проклятая Барби Экзе для изготовления гомункула у нас есть. Далее, нам необходимы яйца. Можно, кстати, брать любые яйца. Куриные, гусиные, утиные, индюшиные. Так говорится в инструкции. Пластырь, чтобы заклеить отверстие, через которое мы будем вливать кровь. И также необходим специальный раствор, который придает жизнедеятельность этой крови. Потому что это не кровь, а плазма. И когда мы ее совместим вот с этой жидкостью, то она начнет развивать бактерии, развиваться и начнет зарождаться зародыш. Я надеюсь, что у нас все получится. Так, штучка, при помощи которой буду делать дырку. Перчаточки обязательно, потому что, ребята, работа с кровью очень опасна. Шприц, шприц, друзья. И мне еще необходимы будут ножницы. Я надеюсь, что вы готовы. Поставили лайк, ну а мы начинаем. Я надеюсь, что у нас получится. И, кстати говоря, у меня очень много видео, где я делаю гомункул. Даже я, по-моему, делаю гомункула Cartoon Cat и гомункула Сиреноголового. Поэтому обязательно наберите гомункул Королева Мистики. В поиске вам выдадут все мои криптовые видео. Так, давайте начнем с распаковки нашей посылки. Итак, кровь Барби. Прям вообще как в аптеке доставили. Обалдеть. Поглядите. Так, вот сама кровь. Смотрите, инструкция. Миря. Не знаю, сейчас посмотрим. Все на иностранном языке. Ну, как и ожидалось, ребята. Я на ломаном английском даже ничего не прочитаю. Но написано срок годности, условия хранения крови, точнее плазмы. Проклятая кровь Барби Экзе для изготовления гомункула. Необходима инструкция, то есть необходимо яйцо, пластырь, теплый свет. Кстати говоря, мы приготовили, чтобы потом завернуть сюда яйцо и при помощи лампы его подогреть, потому что, ну, организм развивается только в теплой среде. Там температура должна быть где-то плюс 20, да, Дим? В общем, короче говоря, вот такая краткая инструкция. И, конечно же, в конце осторожно, опасно. Если гомункулы может так развиться болезнь пожирателя. Вот это жесть, ребята. Короче говоря, гомункул, представляете, маленький зародыш еще, возможно, может и напасть. Подождите, здесь еще красными, вот красным шрифтом написано: за гомункулом может прийти его мама. Обалдеть. Мама, то есть, это Барби Экзе, возможно, вновь появится в моем доме, как в предыдущем видео. Надеюсь, что вы его посмотрели, потому что мы слушали песню Барби Экзе наоборот. Мы много чего там услышали, разных слов, типа «убегай, давай поиграем», но я так и не разобралась. Мои подписчики в телеграм-канале обсуждают это, обсуждают. Я им скинула туда всю песню Барби Экзе наоборот, и они присылают мне те слова, которые, и те фразы, которые они услышали в этой песне наоборот. Там был голос с и было достаточно жутко. Так что переходите в мой телеграм, Ирина Ясинская, друзья, по закрепленной ссылке в комментариях, и также в описании есть телеграм. Кликайте на ссылку, не переживайте, подписывайтесь и вступайте в обсуждение, пишите мне, я вам буду отвечать. Так, отдираем мы нашу инструкцию до конца. Жесть, такая стрёмная Барби Экзе, ребята, просто жуть, такие зубы. Если у нас получится такой гомункул, тут можно, извините, прямо-таки и обделаться. Так, открываем и смотрим, что же у нас там внутри. Воу, резкий запах! Фу-фу-фу! О,
Ребята, нереально! Просто запах, я не знаю, какой-то отвратительный. Там еще что-то внутри, я думаю, что, Дим, не видать, наверное, ничего, да? Там что-то какая-то еще черная. Угу. Ладно, берем нашу кровь, берем нашу колбу и аккуратненько заливаем плазму в колбу. Посмотрим, сейчас должна пойти реакция. Итак, смотрим. Смотрите, ребята, идет реакция. Сейчас бактерии начинают оживать, и уже нужно как можно быстрее брать небольшую дозу и вводить ее в наше яйцо. Итак, друзья, берем пластырь. Сейчас подготовим сразу, чтобы у нас ничего не протекло. Разрезаем. Вот так вот. Так, разрезали аккуратно. Что-то у меня руки затряслись, ребята. Что-то я переживаю. Так, пластырь наш готов. Отлично, это убираем. Распакуем тогда еще наш шприц, при помощи которого мы будем набирать нашу жидкость. Вот она, огромный шприц. Глядите. Так, сейчас наберем тогда сразу жидкости, чтобы у нас все было готово. Подождите. Нужно немножко размешать. Размешаем колбу. Посмотрите, какая у нас получилась кровь и как много крови. Дело в том, что, возможно, не с первого раза получится. Может, я даже подумаю сейчас, что вот иногда не получается. Давайте сделаем сразу два. Сразу два яйца, а то вдруг там как бы из одного ничего не выйдет, и оно будет пустое, а ну во втором вдруг что-то зародится. Поэтому сделаем два на все пожарные, ребята, потому что в этой смеси не всегда может получиться то, что нужно. Так, погодите. Иголка мне нужна для того, чтобы я вводила. Никогда, ни в коем случае не повторяйте. Это не делайте гомункула в 3 часа ночи. Мы проверяем на работу этот челлендж. Это кровь, это плазма Барби Экзе, стоит достаточно дорого. И достать ее, в принципе, невозможно только-только для очень избранных блогеров. Ребят, такая возможность есть. Так, как же мне сейчас аккуратненько. Ребята, аккуратно. Сейчас предельная внимательность. Мы наберем. Немножко все-таки. Ну, немножечко, блин. Ну, иначе я никак не наберу. По-другому никак. Я надеюсь, что попадет жизненная бактерия. Слушай, ну, хватит, я думаю. Сейчас, погоди, как бы не брызнула. Так, все. Смотри. Все. Так, все. Воздух спущен. Я думаю, что там достаточно для 2 яиц будет. Ну, если уж не получится, тогда, ребята, мы будем пробовать еще, пока у нас не получится. Конечно же, мы это все не будем, мы это вырежем, смонтируем и покажем вам, что в итоге получилось. Так, ну, я надеюсь, что у нас получится у одного из этих все-таки гомункул вырастить. Итак, берем яйцо, допустим, вот это, и делаем в нем, друзья, так, легонечко отверстие. Небольшое. Да, опа. Все, видите, получилось отверстие. Вот дырочка, видите? Сейчас через нее мы аккуратненько... Так, поставлю пока вот сюда. Вот очень быстро мы вводим нашу плазму. Видите? Так, потихонечку. Видите, немного вытекает. Все. Видите, я уже его оплодотворила. Но нам необходимо еще немного. Он выталкивает ненужный белок из яйца и заполняет его жизненным материалом. Смотрите, белок вытягивает, а это вводит желток. Также, ну, я надеюсь, что там попало все то, что нужно, ребята. Итак, мы лишнее убираем. Там точно все попало. Я буду надеяться, что в этом яйце получится вырастить гомункул. И вот это вот отверстие, которое у нас осталось, мы аккуратненько вот так вот и заскочиваем. Заскочиваем, чтобы туда не попадала инфекция. И давайте еще одно вот это вот давайте посветлее сделаем. Так, опять же мы делаем небольшое отверстие вот здесь. Давай. Опа, все, отверстие получилось. Немножечко делаем маленькую здесь вот отверстие, вот так вот поближе. Так, и начинаем вводить туда поглубже. Итак, остатки вводятся, а видите, лишнее выходит. Все, лишнее выходит. Все добавилось? Отлично, ребята. Второе
Второй гомункул у нас тоже готов. Сейчас мы его пластырем отверстие это быстренько залепим. Жутко, ребята, выглядит все это жутко. Посмотрим, мне очень интересно, я думаю, что и вам тоже. Давайте залепим отверстие. Видите, там кровь, то есть все, мы оплодотворили. Вот черт, блин, пластырь залепился неправильно. Давай, 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 теперь не откроется. Ага, открылся, открылся, второй закрылся. Так, тихонечко. Сейчас мы тогда прям на этом. Вот так, вот так, вот так, потихонечку. Все. У нас все готово, теперь нам нужно приготовиться и к тому, чтобы разогреть эти два яйца вот на этой тепловой лампе. Мне необходимо сейчас сходить, взять какое-то полотенце или что-то, ну, чтобы поставить туда эти два яйца. Сейчас вот я их вот так поставлю поближе, другие пока вот сюда вот уберу, чтобы они не грелись. Ну, потому что сейчас нужно подождать, ребята, нужно подождать 3 дня. 3 дня выращивается гомункул до созревания того, чтобы он шевелился. Потому что, как бы, если его выращивать все 6 дней, как, ну, из него, возможно, получится прям реальный монстр, и он очень опасен. Поэтому мы вырастим его на 3 дня, посмотрим, он уже должен шевелиться, его органы должны будут сформироваться. Посмотрим, как же выглядит гомункул Барбигзе. Совсем скоро мы узнаем это, пока наши яйца греются в нашем инкубаторе собственного, так сказать, производства. Ждем 3 дня, с вами увидимся через пару секунд. Итак, ребята, у нас получился гомункул Барбигзе. Мы все проделали, как было написано в инструкции, с кровью, которая пришла к нам Барбигзе вот здесь. Мы, смотрите, что сделали. Мы ввели вот эту вот кровь Барбигзе прямо в яйцо. И посмотрите, прямо сейчас внутри нашей тарелки плавает гомункул Экзе, ребята. Вообще просто жесть. Я не знаю, живой он или нет. Мы прямо сейчас попробуем его достать, ребята. Смотрим сюда поближе, поближе. Поближе, поближе, обалдеть, реально обалдеть, просто поглядите, не знаю, он живой или нет, давайте попробуем, я уже вижу какие-то лапки, жесть, 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 ребята, короче, я хочу его сейчас в пробирку положить, вот в эту, чтобы он остался у меня, жесть, что со светом, что-то происходит, Дим, сзади кто-то был, откуда эти пятна, откуда следы крови? Ребята, поглядите, здесь следы крови, поглядите. Походу, это мамочка Барби Экзе за ним пришла за гомункулом. Вот это жесть, ребята. Да блин, да что это такое? Я что-то чувствую сзади. Что-то там сзади происходит. Это просто жесть. Здесь кто-то стоял, я реально это видела, ребята. Жесть. Дим, где гомункул? Ребята, гомункул пропал. Блин, он, значит, был живой, а гомункул пропал. Блин, где он? Черт подери! О, он сзади, сзади тебя, сзади, нет, сзади! Нет, нет, а, сзади, нет, сзади, нет. Сзади, а, вот он! Жесть, лови его! Офигеть! Он живой, ребята, он реально живой! Жесть! Черт, он прыгает здесь! А, да подожди-то! Черт, надо его в пробирку! А, жесть, жесть! Я его держу, держу! А, он кусается! Жесть! Так, скорее, скорее, скорее! Так, нужно налить жидкости, иначе он умрет там. Но он прыгает. Посмотри. Черт. Блин, я его что, задушила? Я его... Я не знаю. Смотри, ему хвост отломило. Жесть. Поглядите просто. Ладно, поселим его пока вот сюда. Залази, залази. Жесть. Где крышка? Черт, вот она. Так, все, все. Блин, нифига не видать. Сейчас чуть-чуть я это... Опа, опа. Ребята, хочу разглядеть его поподробнее в руках. Он меня реально кусал, Дим. Как он выпрыгнул из тарелки и сбежал. Слушайте, вообще, когда у зародышей на вот этом уровне развития, они всегда, когда, ну, рождаются, они по запаху бегут к матери. Значит, где-то здесь Барбигзе. Нереально, он, поглядите, погляди, Дим, поближе. Посмотри, что у него там. Я, блин, его не разглядела, там лапки есть какие-то выше. Смотри, смотри, лапки. Жесть, походу я его убила. Ну-ка, давай посмотрим. Давай посмотрим. Так, ну-ка. Черт. Жесть.
Он что, волосатый? Просто глянь, это зародыш Барби Экзе с розовыми волосами. Погляди, у него волосы растут, шикарная шевелюра, как у Барби Экзе. Черт, я, походу, его придушила, когда ломила. Но, пу, ловила, все, я уже заговариваюсь, ребята. Но у нас реально получилось вырастить гомункул Экзе из крови, которую я заказала на сайте. И теперь у нас свой зародыш Барби Экзе, хотя он уже и, как сказать, не живой. Давайте его обратно уберем. Жесть. Возможно, он спит, возможно, ему не хватило какого-то кислорода. Но пусть останется здесь в пробирке. Посмотрите, реально у него волосы. Вот так вот, друзья, из обычного яйца при помощи крови, заказанной на запрещенном сайте, мы получили гомункул Барби Экзе. К сожалению, он прожил недолго, но он у нас получился. И ты не забывай подписываться на мой канал. Всем страшной ночи. Пока!